Йо, братва, всем здорово, с вами Бестик, я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы находимся на CCD Planet, это у нас шестой сервачок. И ссылочки на проект будут в описании, если вдруг кто хочет поиграть. Короче, много игроков, ребят, не знают, где нужно нормально зарабатывать бабки, работают на дебильных работах. Сегодня же я вам покажу, где реально стоит работать, но перед началом мы подведем итоги на нашу сотку. Их получает вот этот рандомный челик. Отпиши мне ВК с доказательствами и получи свой приз. Также, если ты тоже хочешь выиграть сотку, тебе нужно выполнить 4 несложных условия. Именно это подписаться, поставить лайк, прожать колокольчик и написать рандомный комментарий. Чем больше комментариев, тем больше шанс на твою победу. Короче, ребят, сейчас работы Теслы пофиксили, сейчас работа бензовоза, я видел, там работают, но там работают вообще единицы. Сейчас вам покажу самую прибыльную работу, в принципе, многие о ней знают, но новички, допустим, они просто-напросто работают на каких-то дебильных работах. Ребят, на данный момент самая прибыльная работа это у нас вот тут вот автобусники. То есть вы сюда приезжаете, это у нас находится в Лас-Сантосе. Так, сейчас я выключу круиз. Тебя, блядь, толкни. Головой пацан, походу, ударился. Понимаю. Ну давай, что еще сделаешь? Блядь. Ладно, короче, тут имеется 4 маршрута, как я помню. То ли второй, то ли третий. Просто я не могу взять, ребят, у меня нету прав на автобусы. Но я проверил, информация достоверная. Поспрашивал игроков, говорят, да, реально самая прибыльная работа. Так что работайте, в принципе. Также, ребят, есть интересные, конечно, работы. Но работ на CCD Planet не очень-то и много. Тут почти нигде не заработаешь бабок. Да, конечно, можно зарабатывать на кристальчиках каждый день по 35 тысяч, как делаю я. Блин, нормальная тема вообще. Но, в принципе, это вообще, ребят, вы будете бомжом, а реальным, как я. Смотрите, сколько у меня денег в банке. Банк 0 рублей. Как вам такое? И сегодня еще встречал подписчиков. Такой захожу на сервер, сразу 3 подписчика подъезжают. Такой, нихера себе, откуда вы взялись? Честно говоря, спасибо огромное, кто играет вместе со мной. Да, конечно, администрация CCD Planet меня просто игнорят, не хотят выдавать мне валюту. Спасибо большое, кстати. Пиарю им сервер, они мне ничего не выдают. Что-то мне напоминает от провинции, знаете? Ладно, провинция хотя бы валюту выдавала. Короче, в принципе, вот такой заработок. Давай, давай. Ну, вам понадобится просто права, ребят, и чисто все на автобусника, которую вы можете просто, на которую вы можете настрелять денег у игроков, просто-напросто работать. Мне кажется, это довольно годная тема, чтобы заработать на собственный автомобиль там. В принципе, я поделал свой винил, как я и говорил, но он все равно какой-то корявый. Посмотрите, вот так вот вроде бы ничего, но вот так, если издалека смотреть, вот тут вот выпирает. Ну, блин, я рукожоп, короче. Да, время у меня было его поделать, я его сейчас подделывал, но мне, как всегда, не получилось. Ладно, как-то вот так. Давай я свой кристальчик тут заберу. Пацан тоже, смотрите, на бэхе. Ё-моё, мажоры, мажоры, бля. Ну, как и я, короче. Ребят, вот такой ролик получился. Огромное спасибо всем, кто подписывается, ставит лайк. С вами был Бестик. Всем удачи, всем пока. Спасибо, то, что посмотрели данный видеоролик.